А вы знаете, что у людей есть память? Вы помните? Вы хорошо помните? А вы помните 2007-й? А то я не особо помню. Чертов Блейзер размыл не только мой желудок, но и воспоминания. Эх, вернуть бы 2007-й. А помните, короче, Эмма? Вот времена-то были. Я-то помню, сделал тоннели в ушах, и меня в подземном тоннеле скинхеды поймали. И прямо в уши отымели. В тоннеле. Вот ведь ирония. Эх, я помню, потом из дома месяцами не вылезал. Сидел в интернете, догревал, челку отращивал. Помните, ведь были длинные челки в моде? Не то, что сейчас бороды вонючие. У меня челка была аж до колен, и однажды, пока я спал, мой батька мне ее отрезал. И в кадетское училище меня отправил. А там все оказалось совсем не как в сериале на СТС. Помните? Помните такой канал? Помните? Помяните его! А помните сериал «Опята»? Помните? Я тоже что-то не припоминаю. А помните «Ранетки»? Я всем говорил, что они говно полное, а сам по ночам под одеялом на рыжую наяривал. А сердце не спит! Сердце поет! А Токио Отель, помните? Ох, я на челку оттуда тоже наяривал. Ой, хороша была. А мозг у них говно. Не тру. Я слушал только настоящий эмо-корм. Оригами, там слот, стигмата, аматори. А помните, был тренд на черный с розовым? Ой, как же меня раздражал. Я как бычара просто срывался на сочетание цветов. Увижу, где черный с розовым, начинаю блевать. Однажды влюбился в пидовку и похудел аж на 40 килограмм. Словил язву и анорексию. Всей семьей меня откачивали, рвоту в меня обратно заливали. Врачи говорят, критическая потеря рвоты. Доноры срочно нужны. Друзья, кадеты все прибежали в больницу жизнь мою спасать. Рапор как заорет, рвота, подъем! И под блевотную капельницу у меня. Ох, и долго я в больнице лежал. Помню, пришел в себя, на дворе уже 2008-й. Тектоник, друзья ягу хлещут, давай CQ с телефонов переписываются. И Эмма, короче, сакс, и сентябрь сгорел. А я только скейт купил.